То есть вот сам шуруповерт. Вот, видно сильно повторно. Из проблем у него это второй аккумулятор почему-то не заряжается. То есть он так вот постоянно мигает, но не заряжает его. Аккумуляторные оба одинаковые, 3 ампера часа, 18 вольт. Соответственно, по внешнему состоянию. Видно, чуть поработали, но в остальном все хорошо. То есть все без проблем работает. Первый режим. Соответственно, даже руками это откручивается, закручивается. Ну, соответственно, грубо говоря, ну в комплекте один аккумулятор идет. Я, допустим, сейчас его вытащу. Вот, мы с вами его сюда поставим. Второй снимаю, потому что второй пробовали и на ночь ставить. Вот. Как бы результат-то он особо не дал. Прошу прощения за видео. Неудобно одну руку просто чуть-чуть. Соответственно, ставили второй аккумулятор, он сразу идет. То есть у него, видите, сразу, у него не бегает туда-сюда, как у первого. То есть это все работает без проблем. Скорее всего, проблема вот именно с этим аккумулятором. То есть в остальном все замечательно. Все полностью исправно. Кроме, вот я говорю, аккумулятора первого.